Ребята, всем огромнейший привет. Вы попали на канал «Семья на чемоданах». Мы приземлились в Турции и приглашаем вас всех в наш новый сезон «Турция с лайм-кодом». Так, да, он называется? Есть уже плейлист. Смотрите все выпуски. Фу, даже не знаю, что сказать. Мы очень сильно устали, на самом деле, с дороги. И кто не в курсе, у нас еще трое детей. Один очень сильно маленький. Вот он, аэропорт. И с этого дня, с этого момента у нас начинается... новые наши влоги. Смотрите обязательно каждый день, потому что выпуски... Артем, прошу тебя. Потому что у нас получается как сериал. Завтра на канале будет выпуск, друзья, как мы сюда добирались, как долетели. Получилось вообще не без приключений. Но интересно, точно будет интересно. Посмотрите выпуск завтра. Ну и погнали, соответственно, по турцам в комментарии. Давайте поддержку, ставьте лайки. Очень от вас она нужна. Мы в другой стране. Что будет, вообще непонятно. Не отельный, так сказать, отдых без каких-либо туроператоров. И даже с аэропорта мы вышли, и сразу вопросы, где нам срочно нужно купить сим-карту, где нам нужно вызвать такси, где поменять доллары на ихние лиры. Короче, сразу куча вопросов. Все, мы будем это все решать и показывать вам в новых видосиках. С вас поддержка. Мы погнали.